Четвертый месяц жизни – самое время перебираться на пол. Лежа на твердой поверхности, ребенок развивает умение ползать. Малышу пора учиться поднимать на руки верхнюю часть тела и двигаться по кругу. Четырехмесячный малыш старается активно дотянуться до игрушки, хотя еще часто промахивается. Покажите ребенку, как действовать. Почаще предлагайте малышу погремушки и игрушки. И даже тканевые салфетки. Все это очень удобно держать, мять, трясти и даже пробовать на вкус. Удобно и полезно. Говорите с ребенком нараспев. Психологи считают, что пение оказывает большое воздействие на речевые центры мозга, чем простая речь. Разучите 10 песенок и почаще повторяйте их. Это будет способствовать развитию речи ребенка в будущем. Ладушки, ладушки. Ребенок учится переключать внимание с одного предмета на другой, поэтому во время игры используйте различные стимулы. Пойте песни, одновременно показывайте игрушку, листайте разные картинки и рассказывайте, что на них нарисовано. Смотри, что это у нас? Гуси? Га-га-га! Гуси-гуси, га-га-га! Антошка, помнишь песню мы с тобой пели? Антошка, Антошка. Подарите ребенку игрушку или неваляшку с выразительным лицом. Он начнет ее рассматривать, сосредотачиваться и улыбаться. Все это способствует эмоциональному развитию ребенка. Физическому развитию способствует массаж. 3 месяца обычно проводится первый профессиональный курс, а также гимнастика на большом мяче. Возьмите ручки ребенка в свои и касайтесь ими различных частей тела малыша, особенно лица. Погладьте ножки, таким образом он будет познавать свое тело. Вот так развивается ребенок в возрасте от 3 до 4 месяцев жизни.